представитель административного истца Панипарский Кукушкина, представитель административного ответчика Пилькиной, рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по административному исполному заявлению Саратовской региональной общественной культурно-спортивной организации волейбольный клуб «Протон», министру молодежной политики и спорта Саратовской области Абросимову Александру Владимировичу, заинтересованное лицо Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации Федерации волейбола Саратовской области о признании незаконным бездействия, выразившегося в неподписании мирных заявочных листов, о признании подписать мирные заявочные листы, признание незаконными действий по направлению письма, обязание отозвать письмо, руководствуясь статьями 175, 177 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, решил удовлетворение административных исковых требований Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации волейбольный клуб «Протон» отказать в полном объеме. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Саратовский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд города.